на внеочередное заседание ООН, посвященное ратификации Заговианского договора, собрались представители 117 стран. Простите, мисс Романов. Да? Не подпишите? Пожалуйста, спасибо. Смотрю, не только я привык быть в центре внимания. Пожалуй. Это довольно обременительно. Тем не менее, держитесь вы отлично. Учитывая ваш визит в Капитолий, вам должно быть не слишком комфортно в такой компании. Это точно. Уже поэтому я рад, что вы здесь, мисс Романов. Почему? Не одобряете все это? Договор, да. Политику не особо. В подобных делах двое решают больше, чем сотни. Если только не нужно передвинуть рояль. Баба. Я... Мисс Романов. Король Чака, позвольте принести извинения за то, что случилось в Нигерии. Спасибо. Спасибо, что пошли на подписание. Очень жаль, что капитана Роджерса с нами не будет сегодня. Мне тоже жаль. Просьба всем занять свои места. Заседание начинается. Вот он, зов будущего. Рад знакомству. Спасибо. Укангалега выкрыли меня. Молили, баба. Кос. Кос. Когда из похищенного в Ваканде вибраниума было изготовлено грозное оружие, перед ваканцами встал вопрос нашего наследия. Мужчины и женщины, погибшие в Нигерии, выполняли добровольческую миссию от лица страны, долго прозябавшей в тени. Однако даже трагедии мы не позволим загнать нас назад, и мы будем бороться за мир, в который стремимся. Я благодарен мстителям за поддержку этой инициативы. Ваканда с гордостью протягивает руку тем, для кого мир... Ложись на пол!